Привет, София! Привет, ребята! Привет, ребята! Угадайте, чем сегодня мы с Софиюшкой займемся? Мы будем сеять семена. Да, Софиечка? У нас сейчас как раз время такое интересное. Нам хочется все посеять, все посадить. Так интересно, да? Да, мы этим никогда еще не занимались, Соней. Вот сейчас время попробовать. Так, мы купили вот такие вот ячеечки. Улетела? Давай, Карл, давай. Мы купили вот такие вот ячеечки, чтобы высаживать сюда семена. Так, и семена у нас какие есть, Софья? Покажи, пожалуйста, покажи. Значит так, у нас есть редиска. У нас есть перец. Сладкий перец. Молодец, Сонечка. Это у нас бурячок. Это цветочки. И цветочки. Значит, у нас есть незабудки. Так, и вот такие вот цветочки, похожи на петунию. Посмотрим, что у нас вырастет. Так, Софийка, ты уже распечатываешь коробочки? Распечатывай. Нужна помощь. Давай, я тебе помогу. У меня есть вот эта сумка. У Софии есть вот такая вот специальная сумочка. Она у нас настоящий садовник. Так, что это, София? Перчатки. Вот такие вот там есть перчатки в этом наборе. Вот такой вот маленький вазончик был также в этом наборчике. Так, перчатки мы уже показали. Лопатка, красивая лопатка. Леечка. И сумочка. Покажи нам сумочку, Софийка. Вот такая классная сумочка. Да, все удобно носить, можно с собой, да? Ну что, давай начнем нашу посадку. Ты хочешь начать с редиски? Давай с перчика начнем. Ну давай, давай я тебе помогу, чтобы ты не рассыпала. Скажи, София, насыпай в каждую ячеечку, нужно насыпать землю. Нужно я. Насыпай. Так, мы насыпали землю. Теперь, Софиюшка, нам нужно пальчиком делаем вот такую вот ямочку. Маленькую ямочку. Маленькую. Ага, правильно. Молодец. В эту ямочку мы будем ложить семена. Вот. Молодец, София. Так, ну что, открываем семена? Да. Открываем, открываем. А можно я насыплю? Можно сейчас, подожди. Не спеши. Интересно, сколько здесь семян в упаковочке идет? О, здесь их много. Так, по сколько штучек? Мы садоводы только начинающие, поэтому, может быть, мы не все правильно будем делать, но мы стараемся как можем, да, Сонь? Да. А вы нам в комментарии напишите, как это делается правильно или как это делаете вы. Так, держи, вот семена. Вот у нас такие семена, видите? В каждую ячеечку мы положим по 3 семечки. Следующим давай немножечко нальем воды, только чуть-чуть, потом сверху еще нальем. Чуть-чуть, хватит. Вот теперь в каждую ячеечку немножко водички. Теперь давай засыпем землей сверху. Можно я? Можно, конечно, держи. Только по чуть-чуть. Ты держи, а я буду ссыпать. Вот так. Засыпали ее немножко. Хватит, теперь следующую. Держи. Все, молодец, София. Перцы у нас посажены. Все, посеяны, вернее. Перец мы посеяли. Так, что будем следующее сеять, Соня? Хочу. Что у нас еще есть? Я хочу видеть. Редиску. Ой, давай цветочки. Цветочки, ну давай. Так, мы вставили сюда вот пакетик. Это будет означать, что здесь перец, чтобы мы не перепутали. Ставим его в сторону, приступаем к следующему. Так, следующими София решила сеять незабудки. И мы хотим незабудки посеять вот в такие вот ячеечки и еще вот такой вот вазончик. Теперь делаем дырочки.
Итак, наши незабудки посажены. Теперь мы их вот так вот назначаем табличечкой, что это незабудки. Так, у нас остались еще цветочки и осталась редиска. Соня, что выбираешь? Что будет следующим? Цветочки. Цветочки хочешь? Ну, давай. Хорошо, следующими будем сеять цветочки. Ты одуванчик нашла? Да. Так, следующими София хочет посадить вот такие вот цветы. В английском языке они называются 4 o'clock. По-русски я попробовала перевести. Оно переводит как mirabilis или как-то типа того. В общем, знатоки садоводы, напишите, пожалуйста, как правильно называется этот цветочек. Нам очень интересно. Да, я по картинке покупала, думала, что это петуния. Но перевожу, смотрю, что вроде бы не совсем петуния. Но мы все равно посадим, посмотрим, как они цветут, эти цветочки. Да, Софи? Хорошо, давай, набирай землю в наши ячеечки. И будем садить наши цветочки 4 часа, которые называются. Смешное название. Ну, если дословно перевести на русский язык, то эти цветы переводятся как 4 часа. 4 o'clock. Не знаю, София. Нужно будет почитать в Википедии, посмотреть, почему этому цветочку дали именно такое народное название. Друзья, мы закончили сеять наши цветочки. Так, сейчас я поставлю сюда вот так вот пачечку. Зарядочка. София устала, решила сделать зарядку. Так, редиска готова. Да. Ставим вот сюда. Да. Коробочку вот эту, да. Упаковочку ставим, чтобы мы знали, что здесь у нас редиска. Так, сюда перелили воды. Ничего, она стечет вся лишняя. Смотри, видишь, она раз и вытекает. Через дырочки. Через дырочки. Наконец-то мы закончили. Да, мы посеяли наши семена. Так красиво все получилось. А давай, ребята, посчитаем. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4. Мы посадили разных 4 вида семян. Мы сегодня садили с Софией перец, редиску, незабудки и 4 цветочки, которые мы не уверены, как они будут правильно по-русски. Поэтому мы ждем с нетерпением ваших комментариев. Еще раз напоминаю, по-английски они называются 4 o'clock. Переводится как 4 часа. Немножко интересное название. Вот, но посмотрим, что у нас взойдет. Так что спасибо, что были с нами. Теперь мы будем наблюдать за нашими семенами, как они будут расти. Если вам понравилось наше видео, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на Сонин канал и ждите следующих видео. Пока-пока, друзья. Пока-пока.